Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня мы вместе с вами будем развивать свое убежище и защищать его от нашествия зомби в игре под названием Undead Development. Ну, и если вам понравится этот видос, или вы захотите видеть больше видосов по этой игре, вы можете поддержать меня с помощью лайков. Ну а мы с вами, друзья, отправляемся на первый уровень под названием Старый дом. Проклятый старый дом или просто старый дом? Смотрите, друзья, у нас тут есть различные оборудования. Можно будет ставить дистанционную взрывчатку. Есть молоток, с помощью которого можно будет приколачивать доски и таким образом защищаться. И первое, что я хотел бы сделать, это как раз-таки разобрать что-то на доске. Так, берем молоток. Молоток, не теряйся. Далее мы берем кусок доски, например, вот такой. Я не знаю. И ставим его вот сюда. Опа! Ха-ха! Защита готова, друзья! Идеально! Нам понадобится больше таких досок, поэтому давайте как можно больше сейчас всего тут приделаем. Это, конечно, всегда было для меня большой проблемой, но при желании все спокойно крепится. О! Нужно было только немножечко левее это сделать. Хотя бы одну сторону нужно защитить с помощью досок, а дальше, я думаю, можно будет... И просто отстреливаться, например, там, здесь и где-то еще. Светильник, ты тоже будешь частью нашей обороны. Я тебя прикреплю куда-нибудь сюда. О, ха-ха, длинные гвозди. Так себе получилось, конечно. Так, вот этот огромный кусок явно нам не помешает. Мне кажется, он сможет очень долго сдерживать натиск зомбарей. Давайте его прикрепим куда-то. О, вот сюда. Если бы еще заточить его ножки, чтобы зомби просто шли... И напарывались на эти ножки. Было бы просто отлично. Так, эта доска нам тоже явно не помешает. Давайте ее поставим куда-нибудь сюда. И мне кажется, либо кто-то из зомби уже пытается напасть. Ладно, тут мы более-менее защитились, да? Давайте возьмем снова этот большой кусок. Ага. И разместим его где-то тут. Вообще было бы здорово, конечно, с одной стороны держать оборону. Я примерно знаю, как можно было бы это реализовать. Так, во-первых, давай-ка мы сделаем вот так. Да. Буквально, друзья, двери для зомби. Заходите, добро пожаловать. Пройдемся сейчас, попытаем... Дробовик. Хорошо, вон и пистолет. Так, дробовик кладем сюда. Пистолет кладем сюда. А, вот так. Ну, давайте вот так его сделаем. Чтоб под правой рукой был, это удобнее... Боеприпасы для дробовика берем, разумеется, и давайте пройдемся по уровню, попытаемся найти хоть какой-то боекомплект, потому что, ну, то, что есть сейчас у нас, это несерьезно, друзья, объективно это несерьезно. Все, мы это забираем, идем домой, еще немножко укрепляем нашу базу, и начинается веселье. Так, нам просто нужно вернуться домой. Дом не так далеко. Опа, что это за ящик? Ведь в нем может лежать что-то дико полезное. Много боеприпасов, хорошо. Конечно, можно было бы переместиться из нашего дома, попытаться в какой-то другой. Например, в закусочную, там вроде и обороняться будет проще. Ну ладно. Просто когда 1000 дверей и окон, это все усложняет. Так, хорошо, что на меня не реагирует капкан, было бы неприятно. Давайте-ка возьмем вот эту доску, хотя бы одну. И поместим ее вот сюда, хотя бы так. Хотя бы так. Где наш молоток? Без него жизнь нелегка. Диван. Да. Я его приколотил просто, класс. Да я не хочу приколачивать диван, я хочу его сломать! Жесть. Я хотел просто его сломать. Так, еще давай. Опа, кусок отбили, хорошо. Ну вот такая вот. Штука, и сюда что-то поставить бы. Вот эту часть. Я думаю, мы готовы, друзья, к обороне. В общем и целом, минимально так забаррикадировались. Там у нас капкан, там у нас вообще супероборона. Ну и давайте начинать. Давайте начинать, посмотрим, сможем ли мы вытащить. Волна первая начинается. Не будем сначала тратить самое лучшее оружие, да, и боеприпасы. Начнем с чего-то попроще, например, с пистолета. Нужно постоянно следить за зомбарями. Вон первые. Слушайте, а урона-то я ему не наношу почти. Оп, снял.
Как перезарядить? Телепортироваться я не буду. Мне перезарядить пушку. Ладно, придется взять дробовик и с ним какое-то время посражаться. Я не помню, как перезаряжать оружие. Хотя, подожди. Так, кто откуда? Слышу страшные звуки. Откуда вы идете? Кто? Кто рычит? Ты чё спрятался здесь, Рычалова? Познакомься с этим. Хо-хо-хо-хо-хо, двоих сразу. Неплохо. По-моему, куда-то... О, перезарядился, смотри. Налево нужно. Налево двигаешь, и оно перезаряжается. Привет. Мордастые. Просто хедшоты. Два хедшота. Отлично. Откуда еще? Вот отсюда. Главное не допустить проникновения зомби. Еее. Перезарядка прошла. А если направо почему-то в это же место сдвигаешь, что не работает? Э! Господин зомбарь, как тебе вот это? Познакомься. Э! Ты куда? Ползет, ничего себе. Так, отсюда еще будут выходить? Так, 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 так. Может быть, сзади меня обходят? Эй, аккуратней, панамочные. Панамочные, панамочные. Пистолет мощный, с одного выстрела башку сносят. Ты что? Ты куда ползешь? Ты-то куда ползешь? Ты-то куда ползешь? А ты куда идешь? Вот этот какой-то просто уворотливый. Вроде прямо в него целюсь, но мега уворотливый. Так, патроны я бы взял. А я не могу выйти из дома, пока я... Угу, в осаде. Так. Ладно, пора переходить на что-то более серьезное. Берем дробовик, берем нашу винтовку автоматическую, и вроде бы мы со всеми справились. И малыш, давай, подползи поближе, я подпущу тебя, малыш. Ой, а башка-то отлетает. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Да что ж оно постоянно не ставится-то туда, куда должно. Так, ну вроде бы, друзья, без особых проблем мы с вами... Решили проблему защиты. Так как у нас капкана больше нет, нам нужно что-то предпринимать, какую-то ставить защиту тут. Я думаю, лучше ее поставить вот так, повыше. Они проползать снизу не особо любят, поэтому будут ломать в любом случае то, что находится тут. Здесь тоже не помешает нам такая штука. Батарея, понятно, прочная. Ломать нельзя. Не уважаю, давай вот так, другой стороной. Опа! Хорошо. Вот это отличная деталь. И она отлично здесь просто впишется. И у нас будет бойница, из которой как раз можно будет легко отбиваться. Так что все складывается как нельзя лучше. Друзья, как нельзя лучше. Так, только вот эту часть я бы тоже взял. И куда-то бы я ее, потому что здесь не очень я уверен в защите. Мало ли, всякое может быть. Очень важно оставлять бойницы. Очень важно. Без бойниц не будет... Победных единиц. Так, давайте куда-то ее, куда-то. Ну, тут доска почти сломана, надо бы заменить. Вот так. Но по росту, мне кажется, макушкой он все-таки будет слегка ее цеплять. Я на это надеюсь. Коробка. Ну, я не знаю, насколько это эффективная вообще вещь для защиты, коробка, но я ее приколочу. А коробка не приколачивается. А, нет. Немного криво, но ладно. Бэм! Вот, это прямо целый бронелист. Друзья мои, прибиваем его вот сюда. О, мега, мега просто. Ну что, я не буду долго медлить, возьму винтовку и начнем следующий уровень. А, то есть меня даже не спрашивают, он в любом случае начинается. Хорошо, хорошо, я готов, давайте, давайте, налетайте на меня. 5, 10, 20, 30, все зомби, сюда, сюда, на ужин ко мне. Я буду вами ужинать сегодня, а не вы мной. Жаль, присесть в игре нельзя. Эх, поэтому у меня могут быть проблемы. Придется вытаскивать пушку и вот так отстреливаться. Не самое удобное решение, но какое-никакое, какое есть. Так. Кто? Откуда? Хе, никого не вижу пока. Это что, зомбяшки? Вы что, попугались все, что ли? Вы что? Ку-ку-ку-ку-ку-ку-ку! Ха-ха-ха!
Норм, разлетаются. Просто отлично. Патроны я забыл взять. Ладно, пофиг. А без ног, попробуй это сделать. А без головы? Нет головы. Кто еще? Давай, дернитесь. Просто... Ты че? Я думал, ты исчез. Точнее, воскрес. Давайте, попробуйте. Сюда. Я знаю, ты здесь. Где? Странно. Я был уверен, что тут кто-то есть. Тут может быть. А, смотрите, кто. Кто это у нас тут идет? А знаете, что я буду делать? Я буду по-снайперски отрабатывать по ним. Да, снайпер из меня не очень. С пистолетом. Не, попадаю иногда. Но когда они на полу лежат, это уже сложнее. А, это отвлекающий маневр был. Это был отвлекающий маневр. Это был очень хитрый отвлекающий маневр, должен признать. Я повелся. Я не могу попасть в тех, кто ползет. Это фактически, друзья, невозможно. Это просто чит-мод какой-то, смотрите. А, я понял, что я делал неправильно. Почему я не мог прицелиться? Что? А плеваться-то зачем? А плеваться-то зачем? Заплевали тут всю Ивановскую мне. По ногам. По рукам. Пэмс. Следующее. Давай, ты здесь? Выкуси. Выкусить не желаете? Выкусите. Так, еще один выкусиватель. С двух пушек просто, с двух рук понеслась. Нормально. Так, пока, друзья, живем. Кто тут еще? Патронов ноль. Вот это беда. Но у нас всегда есть хорошая альтернатива в виде двухстволки. Которую просто делаешь так. Бэм. Что? Выдержал? Немного выше взял. Башка слетела. Тут следующее. Пока двигаемся, нормально выживаем, друзья. Конечно, оборона хромает, но мы выживаем. Оборона хромает, но мы выживаем. И мы выживем. Что, больше никого нет? Никто больше не хочет с нами тут немного потусоваться в нашем старом доме? Как тебе такое? Не стал с дробовика стрелять слишком далеко. Не был уверен в том, попаду или нет. И с одного выстрела смогу... Подожди, я неправильно объясняю? Вот так. Так, нам нужно, друзья, выбраться из жилища. Давай. Это мы пока уберем сюда. Нужно выбраться из жилища и собрать там боеприпасы, потому что без них, конечно, тяжело будет. Так. Так, это я... Ну, мы можем попробовать, типа, эту штуку поставить здесь. Ну, ее, наверное, побахать как-то нужно, а я не знаю как, не умею. Ладно, патроны соберем хотя бы, это уже будет большое подспорье для нас. Черепушка какая-то лежит. Это уже будет для нас большое подспорье. Тут я еще видел... Нет, серьезно, я... О, капкан, стоп, его ж можно заново взвести. Ведь можно? Да. Да, так что если вдруг проломятся, а я не знаю, где в первую очередь проломятся, я думаю, я знаю, где я хочу поставить. Смотрите, друзья, вот тут. Если они вдруг сломают, а они сломают, я не могу внутрь попасть. А я буду находиться там, чтобы меня не окружили. Вот такая будет подстраховочка. Так, это пока выкидываем. Молоток. Надо срочно здесь решать проблемки. Вот так это делается. Хорошо. Еще одна проблема. Она поломалась, что ли? Об этот? Об текстурку? Так, проблемка решена. Надо бы еще похожую проблемку... решить где-то еще. Да везде вроде бы нормально. Это единственное место, где правда, но более-менее какие-то у нас проблемы непонятные, ситуативные. В остальном же везде все довольно круто. Так, ну мы забаррикадировались полностью. Выбраться теперь я не могу наружу. Хотя могу телепортироваться попытаться. Подожди. Стоп. Подожди, я ж мог телепортироваться. Когда я пытался перезарядиться научиться, я...
А, о. Оп! А, меня закинули назад в дом. Ладно, ладно. Патроны есть? 64, класс. Тогда пока берем пистолет. Перезарядка прошла. И выключаем снайперский режим, друзья. Размяли ноги, размяли руки. Приготовились, сейчас будет резня. Так, тут никого. Что у нас на левом фланге? Вроде пустота. Справа? О, вижу первого. Я ж научился целиться лучше, да, из пистолета, поэтому... Смотри. А? Ну, со второго выстрела. Первый немножко над ухом пролетел. Второй нормально. О! Я думал, я научился. Ну, так-то на самом деле неплохо, неплохо. Есть контакт. Есть контакт. Тут срочно, срочно, срочно нужно решать проблемки. Они прямо жесткие стали. Вау, вот это было жестко, вот это было жестко. Вот тут они прямо меня удивляют. Не надо так делать, не надо. Они еще ж дергаются, и когда они дергаются, попасть уже становится... Проблематичненько. Да не дергайся. Ты, блин, не дергайся, бесишь меня. Ладно. Вот так тогда. Вот так. Фу, что творят? Что творят изверги? Как же они крушат это здание? Слушайте, я могу уже не выстоять. Я старался экономить боеприпасы, но в итоге остались мы практически без защиты. Из-за моей экономии. Ну, в смысле, я старался их на дальних рубежах отстреливать. И вот что получается. Ладно. Без ног. Без туловища. Без головы. Так, следующий, следующий. Вот этот мне не нравится. Близко подходит. Есть, из него капкан выпал. Это просто изумительно. Есть. Есть. Нет. Сейчас сзади обойдут. Нет? Патроны закончились. Нафиг пистолет. Патроны. Фух. Держимся. Мне показалось, что внутри кто-то. Фух, пока еще. Фу-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Еще идут. Вот это горячо, друзья. Вот это настоящая жара. Мне кажется, следующую волну не факт, что мы переживем, потому что а как ее переживать? Защита наша практически уничтожена. Я могу, конечно, пару еще дощечек прибить, постараться, но насколько это будет эффективно, я не знаю. Но следующий уровень мы в любом случае открыли. Мы тут достаточно продержались, чтобы можно было открыть следующий уровень. Поэтому предлагаю не медлить, а просто начать эту волну и посмотреть, кто выживет. Они или мы. Потому что вот такие штуки у нас, друзья, имеются. Очень мощные, очень мощные, очень серьезные. Патроны не... Вот это была моя ошибка. Вот это была моя... Патроны не взял. 31 и 121, ну слушай. В целом, наверное, может быть, даже хватит. Так, по пистолету что у нас? Ноль. Ну, конечно, я тут тупанул. Тут целиком полностью моя вина. Ладно. Могу телепортироваться в случае чего. Подпустим поближе, друзья, да? Потому что патроны нужно экономить и капканы не расставил. А, ну, и нормально. И нормально, так. Хорош. Все еще живой? Есть. Вот этих двоих сразу вдалеке. На всякие пожарные. Есть. Перезарядка. В этот раз их просто даже не подпускаем.
Вот это он высунулся. Неудачно, неудачно. И этот чувак пока падал, к нему еще пару пуль прилетело. Это было довольно симпатично. Он падает и прям на лету в башку еще одна прилетает. Вон тот здоровяк красный меня, конечно, напрягает. Я могу, конечно, его долго отстреливать, но нельзя подпускать их сзади, а их очень много. Любитель напитков, любитель фитнеса. Идет. А! Фух, испугал. Здоровяка повалили. Взрывной. Е-е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 
Еще один здоровяк. Ноль пуль. Все. Последнее оружие, друзья, обороны у нас осталось. Это двустволочка. Троих сразу. О, хотел сразу двоих. Ну, нормально. О, а ты как здесь оказался? А я-то и не думал, что ты сюда попадешь. Пэу. Оу. Оу-оу-оу-оу-оу-оу-оу. Перезаряжайся. Меня уже убивают. Меня уже убивают, друзья. Я зажат в угол. Но я не сдаюсь. До последнего буду биться. Ты что здесь делаешь? Перезаряжайся, перезаряжайся. Перезарядка глючит. Бум! 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 Живем! Хо-хо-хо! Живем, друзья! Так, патроны. Это для чего патроны? Для пистолета? Да, перезаряжайся. Еще один. Патронов больше нет. Три патрона. Один остался, друзья. Победа? Нет. Пуль, друзья, не хватило. Эх. Эх. Может, для винтовки есть? Не, все. Все, друзья, это поражение. Съедайте меня. Надеюсь, видосик вам, друзья, понравился. Большое спасибо за внимание, за просмотр. До новых встреч, удачи, пока и счастья вам. Берегите себя. Пока, друзья.